Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что ж, задание за зомби, как обычно, будем проходить. Ад на дискотеке. Ага, против сальцы. Слушай, я не знаю, кого здесь лучше взять, но давай, наверное, мы возьмем нашего бабаха. Попробуем сыграть за него. Поехали. Заразительная сальца против бабаха. Ну, мы все прекрасно знаем, на что способен сальца, да? Он будет выставлять наверняка своих подтанцовщиков. В общем, все будет связано именно с этим. Так, виноград нам пригодится. Кактус пока оставлю, поехали. Ход зомби. Ничего не стал выставлять. Я пока тоже ничего не буду выставлять. Ага. Так, надгробие. Ну, предположим, я не знаю, кто там у него спрятан. Ай-яй-яй-яй-яй. Нанесла все-таки, да? Урон мне это клуша. Ну, она тоже за это поплатилась. Могилоед. Оу, сейчас будут подтанцовщики, по-моему, да? Угу, так и есть. Блин, виноград не могу поставить пока. Но зато могу сделать немножко другое. Поставить, например, вот эту вот ягоду. Вот сюда влепим. Но сейчас, наверное, будет уничтожать. Так, ну а теперь, конечно же, будем выставлять наш виноград. Поставлю-ка я, наверное, вот сюда. Эти сразу у нас помирают. Погнали. Что он сейчас будет делать? Уничтожает случайно растение. Конечно, это будет ягода. Это будет ягода. Микс выпал нам. Слушай, а я, наверное, сделаю вот так. Поставим кактус сюда. Наносит... Блин, да чтоб тебя, а. Но он потратил свой суперудар. Это его, как говорится, выбор. Что там? Что там? Я не понял еще разок. Начало хода. Все танцующие зомби получают плюс 2 к атаке. Ага. А губа-то у тебя, я смотрю, не дура. Вот так вот не хочешь? Вот кто здесь появится? Ага. Мы можем с тобой эволюцию сделать. Блин, ну я не хочу тратить. Пока. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так с тобой. Я не знаю, кто там появится. Мне кажется, какой-нибудь танцующий зомби. Да чтоб тебя, это карга. Блин, на нее потратил свою супер мину. Это, наверное, зря было. О, кокосовый король. Блин, начинается. Ну, давай я так сделаю. К примеру. У него еще 7 энергии. Сам себя улучшаешь? Хорошо. 4-4 будет. А, 3-3 даже. Фу. Чё там, всем растениям? Это было зря. Это было, парень, зря сделано. О, орех. Галактический, наверное, я его сюда поставлю. И на воду поставлю, наверное, нашего шитика. Оу. Так, эволюция. Обязательно нужно будет, наверное, сделать. Давай вот так вот амфибию поставим с тобой сюда, на воду. Какие сейчас планы у этой сальцы? Ума не приложу. Ага, бомбанул все-таки галактический орех. Да чтоб тебя все танцующие зомби, да, получают. Мне это не нравится, такой расклад. Давай потратим фиксер, так уж и быть. И поставлю сюда вот этот кактус. Так, у него две карты, наносит 2 единицы урона. Ну, смотри, что делать, а. Он без карт остается вообще. Просто без карт. Я, наверное, все-таки сделаю эволюцию. Ход зомби. Так. Растение получает плюс 2.
Хотя лучше сделать нам вот так. Уничтожим же. Угу. Хе-хе-хе. Шут гороховый. А теперь, как говорится, не грех его так сделать. Отлично. Ну что у тебя там в закромах? Наверное, ничего не будет. Последняя единичка здоровья. Я думаю, что мы его сейчас просто добьем на изи. А сделаем это, знаешь как? А вот так вот. А, блин. Хотя нет, должно получиться. Блин, у него защита, ё-моё, сработала. Ну давай я сюда поставлю мину. Я думаю, что все, ему, ребята, крышка. Что, будем выставлять? Ну давай выставим, так уж и быть. Ну и что? Ну выставишь сейчас своих танцоров здесь. Это тебя не спасет нисколечко. Нисколечко. Добьем, добьем его. Никуда он не денется. Так что, Сальца, извини, сегодня не твой день. Ох, сейчас бомбанет у меня, красавец, смотри. Ха, все. Ну что, ребята, это был первый бой. Можно сказать, на изи. Так, и мы с тобой еще получаем, опачка, 100 билетиков. Отлично. И кто же у нас будет следующий? М? Как ты думаешь? Не знаю, посмотрим. Так, пойду-ка я, наверное, кофеечку пока налью. Ну что, друзья, продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, выберем мы, наверное, на этот раз, пожалуй, орех в доспехах. Выбрать и выполнить миссию. Так, кто у нас тут будет? Вот что меня интересует. Супермозг. Угу. Все-таки он появился здесь, да? Ё-моё, что мне тут надавали? Давай-ка мы как-нибудь по-другому что-нибудь. Да ё-моё. Не очень-не очень хорошие карты нам выпали. Оу, я понял, что он собирается сделать. Он будет играть за надгробия, да? То есть он будет вызывать их, а там уже будут, естественно, зомби прокачиваться за счет вот этого вот гробовщика. Как нам тогда быть? Опачки. А вот эта, дорогуша, ты зря сюда пришла. Иди-ка ты лесом. Так, мне надо кого-то поставить сзади ореха. Кого нам поставить? Ну, мы можем с тобой перец болгарский влепить. Все, началось. Так, если мы с тобой уничтожим это надгробие. Кто он там? Кого он там поставил? Ага. Представляешь, да? Если бы он еще был прокачанный, он бы мне влепил бы 7 урона. Бедный орех, раскромсали уже практически полностью. Опачки, вот это хорошо. Опять надгробие. Короче, я делаю вот так. И, наверное, давай сюда влепим. Посмотрим. Вот это плохо. Это очень, друзья мои, плохо. Два в лицо, и мы получаем 4. Как быть? Сейчас он еще выкинет. Блин, нам нужно срочно этого чудика уничтожать. Просто срачновский. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, да ну хорош, ну. Смотри, что вытворяет. Так, я, наверное, поставлю вот сюда кактус. Блин, орех, что нам с тобой сделать, а? Я не знаю, кто здесь в этих надгробиях, понимаешь? Но когда они появятся, они прокачаются. Опа! Блин, и кого он уничтожит? Вот этого, наверное, да? Нет, он убрал амфибию. Ну что же. Так, еще по единичке урона. Так, этому 2. Блин, не знаю, друзья мои. Все очень и очень печально. Этот будет свои надгробие тут разбрасывать везде. Может быть, нам кокосового короля позвать сюда, а? Или уничтожить этого? Черт его знает, как здесь лучше сделать. Хильнуться я не могу. Тоже проблема. Вот от этого нужно избавлять. Или вот от этого даже лучше. Ладно, короче, сделаем с тобой так.
уберем этого чудика, потому что он будет тут надгробие все время раскидывать. Так, а что у нас получается? 3 в лицо, 5 и тут 3. Ё-моё, по-моему, нас тут сейчас разбомбят. Да, орех не оправдал мои ожидания. Совсем не оправдал, поэтому я буду возвращаться обратно к нашему бабаху. Орех как-то здесь, ну, вообще не алё. Давай, бабах, я верю в тебя. У тебя очень крутые карты. Плюс еще мины. Не забываем, что у него есть ягоды. Так, надгробия уничтожают. Давай-ка вот здесь вот поменяем. Вот. Почти идеально. Ну что? Потерпим, пока потерпим. Никого он не ставит. Сейчас будет наверняка вызывать гробовщика, как обычно. О, вишневая бомба. Это очень хорошо. Давай, наверное, так вот сделаем. И... нет, пока никак больше. Ага, отлично. Пиратика мы уничтожим с тобой. И ожидаем дальнейшего врага. О, еще и кукуруза мне досталась. Слушай, ребята, мы живем. Давай-ка я сюда поставлю ягоду. Опачки, антигерой. Ну, парень, тебе не повезет. Хотя, если он уничтожит мне ягоду, а он наверняка это сделает. Сейчас, если вызовет надгробие, мы его с тобой можем уничтожить. Или же лучше нам сделать вот так. Ну, как кто тут? Рикошет! Нет! Ё-моё, вот это он меня подловил, друзья мои. 6 в лицо получаем. Твою же маковку, надо было все-таки уничтожать. Я не знал, что просто у него есть зомби с этим, с отскоком. Так, ладно, этого мы заблокируем. 5 энергии, да? Значит так. Слушай, а вдруг у него опять здесь будет зомби, который выкидывает мои карты. Давай-ка я, наверное, уничтожу это надгробие. Ага, понятно, кто там был. Тогда ставим сюда ягоду. И 2 в лицо мы получим с тобой полюб... Что? Блин, кровожадность ставит. Ты прикинь, вот на этого чудика... А, вот сюда? Блин, оно на всех повесилось. Как тогда нам быть? Да ты заколебал, а? Ну серьезно, тебе говорю, как ты вот достал? Блин, если мы бомбанем, этот-то выживет. Тогда сделаем немножко по-другому. Вот так. А, мы даже можем с тобой сделать немножко по-хитрому. Хотя нет, не стоит рисковать. Этого, например, уничтожим. Хотя фиг его знает, ребята. Если он сейчас поставит... Кто у него там? Что за зомби вот здесь находится? Кто знает? Я вот, например, не знаю. Оу, Гаргантюа, ё-моё. Вот так даже все. Блин, вот эта мина как раз бы здесь очень хорошо зашла бы. Просто замечательно. У нас 7 хп остается всего лишь. 7. Слушай, он достал. Давай сделаем с тобой вот так. Вызовем кокосового короля. С орехами прикрылись. Кто здесь выйдет? Блин, с прочерком, а? Она сейчас сюда переместится. А здесь чувак, который будет разбрасывать свои надгробия. Но зато я могу сейчас сделать вишневую бомбу. Я, пожалуй, так и сделаю. Воу-воу-воу-воу, тихо! Вот что мы с тобой сделаем лучше, да? Ну да. Это будет оптимально. Этих мы всех почикаем, Гаргантюа выживет. А вот кто здесь находится, это вопрос. Ага. Ладно, ответочку. Нам нужно с тобой разобраться с Гаргантюа. Пошел отсюда. Фу, неужели выровнялись, а, друзья мои? Так, будет последнюю карту тратить, что ли, а? Да ладно, серьезно? Нет, не стал ничего он делать. Поэтому я поставлю сюда, наверное, грушу. На всякий случай. Вот таким вот образом. И сделаем, наверное, с тобой эволюцию. Уничтожим это надгробие.
Опачки, кто там был? Ага. Чудик, который разбрасывает могилки. Ну что же, мы уничтожаем с тобой этого зомби. У него всего одна карта остается. То есть я могу тебе сказать, что победа, наверное, будет все-таки за нами. Ах ты, черт подери. Делает добор двух карт. И это плохо. Виноград есть. Угу. Вот даже как. Вот так даже, да? Слушай-ка, давай-ка мы, наверное, с тобой вот это вот надгробим. А, он сейчас в плане. Почему он не сделал? Блин, ребята, почему он сюда послал? Я же на орех метился. Ё-моё, вот это была моя большая ошибка. Тогда мы с тобой сделаем лучше вот так. Блин, по идее, два надгробия вот этих бы я мог бы снести, если бы сейчас не тупанул бы. Бедная кукуруза, а. Так, ладно, ответку. Так, ну этого зомби тоже мы с тобой уничтожаем. Амфибию тоже. Так, остается виноградина и вишневая бомба. Опа, а вот это хорошая карта. Нет, 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 парень. Это ты зря сюда пришел. Давай-ка мы с тобой... Да, усилим наши растения. Ну и ударим как следует по ним. Так, этого уничтожаем. И остается всего 4 урона нанести. И, как ты понимаешь, супермозг сдастся. Я поставлю сюда, наверное, кактус. А сюда виноградину. Смотрим, что он там будет делать. Ничегошеньки, все, друзья мои, ему крышка. Да. Смотри-ка, не подвел, да, меня бабах. Очень отлично сыграл. И мне это нравится. Ну, а мы с вами продолжаем. Переходим на третий бой. И у нас будет опять же заразительное сальце. Если он будет те же передерживаться канонов, которые были у него в первом бою, то, конечно, ему не сдобровать. Вот, отлично, так и оставляем. Мина есть, отражалочка у нас с тобой есть в виде вот этого ореха. И он ничего не стал ставить. Понятно, опять что-то там скрывает. Фруктовый микс. Не-не-не-не-не-не-не. Ты даже об этом и не думай, родной. Даже и не думай. Так, ну-ка, ответку. 3 урона мы как раз наносим, этого нам хватает. Все, доигралась со своими гантельками здесь. Опачки. Отличные карты. Так, а что он делает? В плане. Эй-эй-эй-эй-эй. Мы так не договаривались. Блин, 2 в лицо все-таки получим, а. Ну разве он похож на танцующего зомби, а? Хотя похож. Как будто с какого-то карнавала пришел. Вот, вот это удачно поставил. Ха-ха-ха. Кто там? Угу, опять же с плясками. Короче, друзья мои, колода сделана у сальцы именно на надгробиях, в которых танцоры. Все танцоры здесь. Так, еще одно надгробие. Мы сделаем с тобой, знаешь что? Вот так. И вот так. И кто тут? Ага. А если я сделаю шаманство? Что за карту мне дадут? Двойной удар. Ландшафт. Наносит 3 единицы урона. Блин. Но он все равно не добьет. Не добьет моего голубчика. И мы его убиваем, этого зомби. Короче, 3 карты у сальцы, 4 карты у нас. Мне нужно как-то вот этот орех выставить. А если я вот так вот сделаю? Мы можем, конечно, еще и улучшить, но я не буду. Посмотрим, кто тут. Опа. Опачки, блин. Танцор диска вышел, а. Вот это плохо. Что нам тогда сделать здесь? Так, получим урон. Отражаем. И 4 в лицо мы с тобой всклопочим. Так, перемещаем и получаем плюс 4, да? И я так и сделаю. Давай-ка сюда, орех, пожалуйста, переместись. Красавчик. Вот, кто нам нужен, но, правда, его пока рано выставлять. Как бы нам задействовать?
Мы можем с тобой ландшафт поставить, да? Если, например, я вот сюда влеплю. Или же нам лучше вот так сделать. Неуязвимость. Не, наверное, вот сюда вот, наверное, поставим. Черт узнает, как тут лучше сделать. Этого надо однозначно убирать отсюда. Я не хочу получить 4 в лицо. Ну и поставлю, наверное, вот сюда вот ландшафт с двойным ударом. Кто тут у него? Посмотрим. Ё-моё, он еще одного этого вызвал. Да хорош. Ну что, кукуруза, ты, надеюсь, готова всех завалить сразу же? Главное нам выжить. Угу. Так, удар. Тратить не будем. Ну что, голубчик, доигрался? Хотя мы можем с тобой сделать по-другому немножко, да? 4 в 7. Поехали. Можно было бы, конечно, через виноградину сыграть. Сюда вот ее поставить. Этих бы мы ушатали, а этого, я думаю, мы тоже бы со временем прибили бы. Ну что, кого он там сейчас выставлять будет, а? Так, этот у меня промолчал, потому что урона не получает. Кактус. Ага. Что, опять танцульки будешь вызывать? Скорее всего, танцульки именно. Нам поможет здесь с тобой виноградина. Причем очень хорошо. Смотри, как мы с тобой сейчас сделаем. Для начала вот так. После этого мы уничтожаем вот этого зомби. И, ко всему прочему, прокачиваем. И блин, надо было еще и кактус влепить, на всякий случай, да? И было бы вообще идеально. Ой, 3-3 сделается. Ну что, я думаю, ребята, наверное, ему скоро крышечка будет. Так, ага. Что у него там? Наносит 3 единицы урона. Фиг с ним. Дайте мне нормальную карту. Нет, не то я хотел. Опять тут со своим надгробием, а? Слушай, а если я, например, кактусенка перенесу вот сюда? Ну вот, уже получше. Так, а здесь сделаем неуязвимость. Кто там? Опять 3-3. Слушай, Сальца, а тебе не кажется, что... Упс. Нежданчик. Просто нежданчик был какой-то. Остается только лишь один у меня орех. У него 2 карты. Ну что, попробуем, наверное, вот так сделать и нанести 2 единицы урона. Пока, Сальца. Все, ребят, побед за нами. И мы переходим на следующий очередной бой. Я, наверное, опять же буду играть за бабаха. Надо будет, конечно, посмотреть других своих героев, потому что у меня их нормально. Единственное, что надо будет колоды. Колоды составлять по уму. Так, ржавый разряд, ё-моё. Давненько, вот с ними я давненько уже действительно не дрался. И как у нас тут все дело пойдет? Он же, по-моему, не любит призывать надгробия, да? По-моему, он не особо любитель этого дела. Да чтоб тебе, ну... Ну что, ну зачем, а? Так, ну, хорошо, пускай будет у нас с вами шипастая лужайка. Так, он ничего не стал делать. Смотрим. Так, неуязвимость. Ага, ага. А если я вот так сделаю? Я не знаю, что тут за зомби, конечно, будет. Блин, сумоист, а? Не добили, к сожалению. Ладно. Виноград. Виноград, 4 хода, да? Сделаем тогда с тобой вот так. Этого добьем. Так, что он там? Астронавт размещает. Блин, вот он хитер, а? Ладно, сумоиста уничтожаем. 2 в лицо получаем. И смотрим дальше, что он будет делать. Так, понятно. Тогда мы сделаем, наверное, вот. Подожди-ка, вот так, наверное, да, лучше? Или нет? Или же вот так? Фиг с ним, давай сюда поставим. Поехали.
Что? Да ты заколебался своими астронавтами уже, а? Ну серьезно, сколько можно-то уже? Одного за другим. Так, взорвись к ядрене фени. Два еще в лицо получим, и у нас срабатывает. Я думал, блок сработает. Нет, ничего подобного. Ну сюда, понятное дело, поставим мину. И, наверное, еще один ландшафт. Вот так. Что он там? Опять астронавта. Короче, у него одни астронавты в колоде, ты понял? Ага. Так. Переместить. Не надо нам пока этого делать. Четыре карты у него в руках. Ягоду атаковать он не хочет. Смотри-ка на него, а. Нет, 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 нет. Так, этого минус. Кто там? Что за зомби был? Ага, хотел карты добирать. А вот уж дудки, парень. Уничтожаем здесь. И делаем хитрый ход с тобой. Перемещаем ягоду. Вот сюда. А? Что, взгрустнул сразу же? Чего там у него? Блин, не прочитал, ребята. Не успел. Да, ягода у меня здесь будет стоять до потери пульса. Я, конечно, могу сделать, чтобы она наносила урон. Опа, опа, опачки. Офигеть. Ну-ка. Давай так сделаем, наверное. И вот так. Посмотрим. Да ну, иди ты в пень, блин. Уничтожил, ты прикинь, а. Да, друзья мои, по-моему, тут нам кранты. Кто знал, что у него есть такая вот энергия, да? Точнее, заклинание, которое уничтожает зомбика. Ну, а здесь у меня выбора особого нету. Иду ва-банк. Этих мы с тобой подчикаем. А вот кто здесь появится, если будет 2 хп у этого зомби, то он сдохнет. Ага, нам повезло. Я, правда, не знаю, что у него там. Да иди ты. А, ладно, этого уничтожает, фиг с ним, ребят. Короче, смотри. Бабах, этот отдупляется. Есть еще шанс у нас с тобой выиграть. Есть. Так, он никого не стал выставлять. Интересно. Очень интересно, блин, стоит ли нам. Давай, наверное, вот так вот влепим. Поехали. Так, виноградина бомбит. У нас всего 1 единица здоровья. Это очень мало. Ага, ага. Нет, парень, так дело не пойдет. А ну-ка. У него, видимо, все очень плохо с картами. У меня, кстати, тоже не очень хорошо. Микс выпадает. Опс. Но здесь бессмертие, так что волноваться не стоит. Воу-воу-воу, он убирает его. Твою же налево. Вот это фейл. Вот это фейл. Ты прикинь, у него был сумоист, а? Да, обидно немножко. Но все равно, я думаю, что Орех должен справиться. Я уже, по крайней мере, понял, что у него есть за карты и как примерно с ним играть. Так, вот это все меняем. Давай кактуса тоже заменим. Блин, ну вот эта карта в данный момент вообще не в тему. И ландшафт вот этот тоже, кстати, не очень хорошо нам здесь заходит. Где мы становимся неуязвимыми. Сейчас будет свои опять надгробия расставлять. И не забывай, что у него эти космонавты, десантники. Ага. Сумоист, 100% там у него сумоист. Я как в воду глядел. Ну что же, где-то я уже такое видел. Начало, опять мы получаем в лицо. Усиляшка. А если я вот так сделаю, а? Ну вот, вот оно, началось. Размещает зомби-астронавта. И сейчас он будет везде так их размещать. Хорошо, мы с тобой сумоиста сейчас завалим. Два в лицо получаем. Ага, шаманство у нас есть. Ну и зачем ты его сюда поставил? Зачем ты его сюда поставил? Объясни-ка мне.
Так, давай-ка мы вот сюда переместимся маленечко, да? Сделаем с тобой шаманство вот здесь. О! Нормуль, кстати. Поехали. Блин, кого сдвинет? Фонарь, наверное, вот сюда перемести, да? Предсказуемо, опять же, но зато мы ему три в лицо. Наверное, я приберегу. Помните, да, какие у него карты есть? С варварами. А вот ягода, это замечательно. Опять надгробие. Опять надгробие. Я, наверное, сделаю, знаешь что? Поставлю сюда вот ягоду. А мину? Мину я пока, наверное, не буду трогать. Давай глянем. Опачки, кому-то минус 2 к атаке. Это будет фонарь. Опять же предсказуемо все. Так, 2 в лицо. И ягода у меня прокачивается. Ему поставить некого. Ах ты жулик, поставить тебе некого, да, говоришь? Ну что же, тогда мы будем с тобой разбираться. Так, 2 единицы урона пока, наверное, не будем тратить. Или будем? Нет, наверное, будем. Только вот кого нам шваркнуть? Наверное, вот здесь вот? Или вот здесь? Блин, я даже не знаю. Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Поставим сюда мину. Чтобы не получить урона. И поставлю я... Вот так, неуязвимость. Поехали. Что? Блин, да ты посмотри, а. Не стал мину трогать, да? Именно вот этого надо было ему бомбануть. Опять же 2 в лицо получаем. Ладно, сумма есть минус. Этот тоже минус. И этого зомби мы сейчас разнесем. Ну, предположим. Ну, кто у тебя там будет сейчас? Не забывай, что у него есть еще один сумоист где-то. Где-то припрятан. Где-то этот гаденыш прячется. Две единицы урона. Давай сюда, наверное, бомбанем. Так, сюда я поставлю подсолнух. О, неплохая карта, кстати. И, наверное, вот сюда вот поставлю мину. И сделал, может быть, так бомбануть. Но мы не сможем, да, подбить? Не сможем, скорее всего. Кто тут у него? Да чтоб тебя, он сейчас подсолнуху сделает атаку, минус. Слушай, он запарил. Со своими этими садовниками всеми. И у нас 8 хп всего лишь остается. Ну давай, давай свои надгробия. Смотри-ка, никого не стал вызывать. Интересно, почему? Прокачаться нам маленечко. Блин, он ничего не стал делать, понимаешь? Хорошо, я вот так сделаю. 2 в лицо тоже не хотелось бы получить. Давай тогда еще вот так. Что там? 5 или больше? Понятно. Потратил. Смотри, что делает. Просто все тратишь, что у него есть. Ну, 4 в лицо-то он получит, по любасику. На тебе. 5 к атаке уже, хорошо. Ну, кто у тебя там следующий будет, а? Никого не стал выселять. Блин, мне тоже, кстати, не очень хотелось бы тратить здесь кукурузу. На тебе. Так, сейчас кому-то достанется. Минус 3. И он еще вытягивает карту. Слушай, у него карт уже больше. Опа. А вот это спасибо тебе большое. Блин, опять добор, а? Еще? Эй! Ну ты, парень, совсем, я смотрю, приборзел, а? Смотри, что творит. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем, знаешь что? Можно, конечно... Нет, я вот так сделаю. Я просто хочу, чтобы мы нанесли урон. Вот этой вот... Вот этим растением. Пятерочку мы прописали как следует. Так, перемещать зомби на эту линию пока не будем тратить. Слушай, ему, по-моему, крышка сейчас будет. От кукурузы.
Да. Доигрался ржавый болт. Ну, честно говоря, меня тоже он напрек. Ну что же, у нас, по-моему, последний бой. Естественно, это будет у нас заразительное сальце. Так что поехали. Напрягает, конечно, напрягает. Но мне почему-то от этого интереснее становится. Смотри-ка, у него сразу танцор есть. Давай-ка мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Ну-ну-ну, прокачалось, да? А заразительное сальце начинает игру с инструктором по аэробике. Ваш герой начинает игру с водяным орехом и плюс 10 единиц здоровья. За дела. Оу, мне добавляет здоровье? Ну, спасибо. Так, ну что, я думаю, этого хорька надо бомбить сразу же. Все. Размещает двух подтанцовщиков. Все-таки опять меня надурило, а? Ну что, кактусенок нам в помощь, да? Вот этот вот. Хотя, не, да, кактус мы с тобой сейчас и поставим. Че ты радуешься там? Ха-ха-ха, вот тебе и ха-ха-ха. Вначале получим по урону, конечно же. Но у нас здоровья очень много, так что, надеюсь, вытерпим. На-ка! И всем еще по единичке. Замечательно. Смотрим. Ага. Так, прокачает, да? Прокачает, конечно же. Ну что, у нас два варианта с тобой. Выставить мину сюда. И выставить мину сюда. Так не хочется тратить, вот серьезно тебе говорю, вот эту вот нашу супермину, но приходится. Давай разнесем их в пух и прах. Ага, губишка скатила. Так, и тебя тоже касается это, парень. Бумс. Зачем мне дали вот этот орех водяной, скажи-ка мне на милость. Какой мне от него толк? Началось, да? Началось. Давай, наверное, мы с тобой сюда вот. Или лучше уничтожить надгробие. Хорошо, уничтожаем надгробие с тобой. Кто там? Понятно, и вот так сделаем. Блин, это плохо, конечно, но все равно мы ее уничтожим. Успеем. Поехали. Этот орех тут вообще просто бесполезный стоит. Все, ничего не делает. Допрыгался. Еще поедалка надгробий. Че, все что ли? Закончились карты? Что ж ты так, а? Худенько-то, а? Сальца. Мы, правда, тоже не атакуем. И такое ощущение, как будто он это знал. Нет, 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 нет. Даже об этом и не думай, парень. Кто там у тебя сидел? О, это у нас хорошо получилось. И мы еще с тобой сделаем вот так вот. Каждому по атаке. Блин, надо было вначале нам вот этого поставить. Ладно, фиг с ним. Лопухнулся маленько. Так, пошли, короче, в разнос. У меня, правда, карт всего лишь одна, а у него-то там, смотри, сколько. Нахапал хапуга. Засранец, а. Иди отсюда. Ну? Что там? Ага, минус один, минус один. Но не уничтожил. Блин, оставил без атаки. У него одни заклинания, оказывается, остались, понял? Ладно. Вот, кактусенок, это хорошо. Блин, этот прибыл тут, а? И выставляется зомби, главное, на пустую ячейку. Еще одного сейчас все займет, да, здесь? Ладно, здесь терпимо. Вот так вот уничтожаем все. На тебе! Все, пляски закончились. Теперь наше... Что? А, ну наносит одну единицу урона. Фиг с ним. Две единицы. Поехали. Так. Смотри, что делает, а? Знает, кого бомбить. О, орешек. Спасибо большое. Конечно же, мы его поставим сюда. И вытянем карту. А карта нам... Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда поставим. Да иди ты в пень, у него все есть, блин, а? Ладно, короче, 5 в лицо, он сейчас хлопочет. Дайте мне нормальный... Во!
Неплохо. Если что, сможем сделать эволюцию. Пропускаю я пока ход. У него одна карта. И, видимо, неподходящая, раз он ее не тратит. Оу-хоу. Нет. Да почему, блин, я же хотел на рек посадить. Да что ж ты будешь делать-то, а? Давай так сделаем. 6-6. Фу, ну слава богу, это фигня тут. Короче, 2-5. У него еще, правда, сработает. Ого. Ты понял, что у него было? Вот это вот баночка, скляночка. Карту он не стал тратить, вот эту вот. Приберег. Все. Ух, друзья мои, да, заразительная сальса на своих вот этих танцорах, конечно, делает переполох, на самом деле. Но ты, как видишь, я победил, и это хорошо. Ребята, следующие у нас уровни будут, это шутки в сторону. Ржавый болт, против него будем драться. Ну что, на этом будем закругляться, всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков, удачи вам.